Скандальный ведущий Евгений Ильенко вновь на ваших экранах. Он отбросил все дела, чтобы поделиться с вами новым видео. Давайте же узнаем, что он нам приготовил. Знаешь, что самое приятное? Что в первом выпуске я не упаду с ванфута, как Сергей Епури. Ладно, поехали. Всем привет! И да, это мой первый выпуск в новом сезоне. Евгений одобряет. Круговая съемка райдера. Типа он классный, смотрит в пустоту. Делаю все, как меня научил Вячеслав Дружинин. Крутой наезд на ролике. Кажется, что это Seba 3X. Красивый кадр природы. Ну, то, что нашел Лео, не обижайся. Надеюсь, ты в монтаже сделаешь это круто. Так, ладно, друзья, теперь без шуток. Всем привет, с вами Женя Ленко, если такого еще кто-нибудь помнит. И я повелся на провокацию Вячеслава Дружинина и все-таки решил прокатиться по Донецку после двухлетнего перерыва. Сегодня будем ехать с рынка Азотный, это в Донецке, и до торгового центра Золотое кольцо. Вот. Надеюсь, что я не убьюсь. Давно не катался, надеюсь, что не опозорю оскроллер.ком. Надеюсь, что это видео вы все-таки увидите. Лео, я тебя ненавижу. И немножечко кадров о том, немного расскажу о том, на чем я сегодня поеду. Итак, друзья, перед вами те самые легендарные Seba 3X, о которых был выпуск, был на них обзор очень-очень давно, года 4 назад. Друзья, что мы тут имеем из колес? Это у нас все виды Just Wheels, Hamster, генератор и Originals даже есть. Вот также у нас есть Seba и колесики Sunny, если я не ошибаюсь. Катался я последний раз 2 года назад. Ну что ж, поехали. Итак, я проехал около 50 метров. И что я могу сказать? Это очень, очень тяжело. Лео, я тебя ненавижу. Вот, я действительно на роликах. Будем сегодня, как я понял, худеть и бросать курить. Мы сейчас действительно на Азотном. Больнице, если вдруг кто-нибудь знает. С Донецка в Киев любовью. Поехали дальше. Мы на дороге, поэтому я перестаю снимать, а то могу упасть и попасть под машину. Вы, наверное, спросите, а что буква В означает у тебя на футболке? Это означает, что Вячеслав Дружинин лучший оператор. Лучший человек, просто человечище, я бы даже сказал. Что еще хотел сказать, вы тоже, наверное, спросите, Женя, а что ты делал 2 года, почему ты не катался на роликах? Да дурак я, потому что был. Вот знаете, это вот реально непередаваемое ощущение. Особенно, когда ты не катал реально 2 года. Встать на ролики. Опять вспомнить, что такое скорость. Что такое боль в суставах и ногах. Ну, это круто. Вот, правда, круто. Хочу передать всем киевским братикам, роллерам, которые меня вряд ли еще помнят. Там собачкам остановимся. Это такие роллеры, как Климка, Леша Марценюк, Витя Марценюк, Андрей Телегин, Влас Руть, Сергей Епури, он же Амур. Как бы, ребят, очень много, за ними всеми скучаю. Передаю большой привет. О, еще что хотел попросить, Лео. Сделай, пожалуйста, видос такой, ну, очень классный, очень круто. Ну, короче, как ты умеешь. И под музыку Джонни Кэша из Слогана. Что типа, все, я последний. Последний мутант, последний ролик Донецка. Ну, как бы, роллер спорта еще бьется в конвульсиях у нас. Лошадка. Ну ладно, поехали дальше. К сожалению, далеко мы доехать не смогли. У меня разорвалось колесо, а именно Just Wheels генератор. Не знаю, что в них не так, мне не всегда нравились. Сейчас я покажу. Вот. Ну что, я попытаюсь очень медленно-медленно проехаться. Вот все-таки доеду до кольца. Вот. Что еще хотел сказать? Погода отличная у нас в Донецке, плюс 22. Уже можно сказать, жара. Весну мы как-то так пролетели. Вот. Будем уже ходить в шортах. Что я и делаю. Вот. И наслаждаться солнышком. Повезло, что я попал на горочку. Ехать почти не надо, просто скатываться. Вот. Что еще хотел сказать?
Друзья, катайтесь на роликах. Не курите, не пейте. Это очень круто и очень классно. Я постараюсь купить себе, наверное, новые ролики все-таки. А то Триксы себя уже отжили. И можно даже приехать в Киев, покатать с лучшими райдерами Украины. Итоги 15-минутной покатушки. Ни одного падения. Размял ножки немножко, подспотел, устал. И разлетелся у нас Just Wheels генератор, к сожалению, большому. Фокус нужно навести. Пытаюсь. Вроде получилось. Вот, очень старался доехать до Щербаков, показать вам, что к чему. Вот, ну не получилось, всем чуть осталось. Но нет, не сегодня. Вот, как-то так. Я тут буквально в 100 метрах от Щербакова, мог бы доехать вам показать. Тут такой у нас район, район бедняков. Всех люблю, всех по всем скучаю. Сейчас еще кое-что попробую снять, может вам понравится. Продолжаем, друзья, наш небольшой видеоблог. Мы уже вот как раз подошли к парку Щербакова. Что еще хотел сказать? Дурак я, что не взял с собой шестигранники. Вот, мог бы поменять колесо и дальше прокатиться. Вот, к сожалению, не получилось. Забыл я немножечко. Был уверен в генераторах, если честно. Вот. На этом я буду заканчивать. Очень много людей вокруг идут, подумают, что я дебил, реально. У нас тут такое не приветствуется, особенно если ты где-то снимаешь в общественном месте. Единственное, что хочу сказать Лео, положи на фон тает лед, может хоть из-за этого просмотры будут. Все, всем спасибо, всем пока.